Ну, очень классная, чудово, такая прекрасная песня. Все ее знают как «Батарейка». Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. О-о-о-ри-а-ри-о, батарейка. О-о-о-ри-а-ри-о, батарейка. Я тосковал по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. О-о-о-ари-ари-о, батарейка. О-о-о-ари-ари-о, батарейка. Обалденная песня, это как равносильно, что прокатиться на дорогом лимузине в пассажирском сиденье. И вроде все как всегда, все те же чашки и ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки. И все о том же с утра щебечет канарейка. Лишь у любви у нашей села батарейка. О-ари-ари-о, батарейка. О-ари-ари-о, батарейка. О-ари-ари-о, батарейка. О-ари-ари-о, батарейка. Эта песня, это равносильно, что вековая студия представляет, как Грюндик грызет Microsoft. Это, ну, практически невозможно, как бы. Поэтому эта песня о невозможностях возможных человеческих ситуаций, позиций с точки зрения обсуждения. И еще один припев. О-ари-ари-о, батарейка. О-ари-ари-о, аккумулятор. О-ари-ари-о, карбюратор. О-ари-ари-о, генератор. Ну, как бы, в принципе, я думаю, спел неплохо. Просто в конце вот тут вот немножко я вспомнил, как вот друзья пели. Это тоже было очень-таки, знаете, хорошо. Это можно было так вот побалдеть, так посмотреть, послушать. Да, это все бы вызывало обалденнейший интерес. Ну, я с вами прощаюсь, это канал Буфляр. Канал простого человека. Мир вам и добра. Счастья, удачи. Пока-пока.